Много букв. О, прям начало третьей игры, понял? Сейчас будут лифты, короче, вот эти вот все опять. Сука. Блин, прикольный фильтр, кстати. Заледенение. Ванёк, ты там чапаешь? Иду, иду. Бать, там королевство сзади. Амнезия какая-то, блин. Шо ж там, мы тепло одеты. Ага. Шифта-то нет. Я по привычке на шифт давлю постоянно. Только сейчас понял, что его нет, оказывается. А. Крипта какая-то. Биткоин? Ну типа. А при чем здесь Виталик Бутерин? О, механизм. Непонятно. Блин. О, сова. А я думала сова. Так. Механизм. Какие-то безголовые. Ой, ловушка захлопнулась. Увы. Странно. Главное, эти свечи зажечь нельзя, а костры можно. И чё? А, голова! Нужно голову им присандалить, походу. Голова. Голова. А как это сделать? Короче, да, две башки нужно найти, походу. Голова, дай денег. Но как? А, блядь, сука. Я понял. Надо было на сову нажать. Ебать, тут сова заговорила, у них глаза светятся. Ну, я слышу ее, да. Докажи, что ты один из нас. Короче, я на сову просто нажал, блядь, и это... То были те, кто нас предал. О, я взял голову монарха какого-то. А ты где вообще? Я в потайной комнате с совой. Я тебе монарха дал. Иди он к сове. Пиздец, что-то. Ну ты можешь снять эту голову? Подожди, он пиздит. Могу. Во. Тут еще головы так, есть. Ну, тебе, давай, наверное, еще... нужна не голова. Явно не голова монарха. Короче, тебе, блядь, забери эту голову нахуй. Там, блядь, ты помнишь, что там сидел? Там сидел король и подпёздывал ему на уху хуй какой-то, блядь. Голову короля ищи. Тут очень типа... много голов. На тебе голова шута. Тут еще, кстати, книги какие-то есть. О, нифига, это лор, Ваня. Проклятый камень и нож. Амвросий, верховный алхимик, главный ученый королевства, по роду своей службы занимался изучением всего тайного, древнего и загадочного. Ох, да тут нихуя себе, крестьян, аббат. Дай мне голову короля. Сейчас, подожди. Точно короля? Ну, блядь, прям с короной. Кто на троне должен сидеть, блядь? Мне книги-то, походу, эти пригодятся. Сука, это же не просто описание, походу. Короля мне дай. Так, подожди. Во, Варфоломей король. Вроде он. Бартоломей, да, кинг. Заебись. Ну и чё? Орекс. А там что-то как движуха у тебя? Ну, я поставил головы. Меня сова пиздит. А, понятно. Ага. О, сценка сменилась. У меня... Короче, у меня два чела. Угу. Один нахуй каменную кладку какую-то укладывает. Так. Второй за какой-то дверью в тюрьме, как будто, блядь. Только я не понимаю, у него. Вот за дверью есть охранник, но там уже стоит голова. Какая-то страшная, блядь, фигура, пиздец. Ну, с каменной кладкой хорошо. Айди. Каменичи, глава рода Каменичи. Знает все о каменной кладке и строительстве на века. Ну, попробую эту на всякий пожарный. Но это, по-моему, не она, нифига. Это какой-то звездник, блять, вообще другое имя. Все понял. Это знаешь, как в Близзах есть отдельный человек, отвечающий за лор? Вот я, в принципе, так его представлял всегда. В какой-то комнате ебаной, там куча книг, блять, он сидит там вообще максимально шизу ловит. Да, ну уволили, походу, человека, кстати. Блин, ой. Так у меня тут седые волосы. Блять, давай вот эту попробую. Ну я хуй знает, но у нее седые волосы. Я пока просто не вижу с черными. Да, айди, да. А, ну все, ладно. Ну и второй чел, блять, стоит у стены тюрьмы какой-то, блять, что ли. А, вот он, ёптать, пиздец.
Нет. А. Кто строит, мы нашли механизмы, надо кто строит. Все, понял. Ну, походу, этот Аларт. Так, у него коротенькая стрижка с усами. Аларт, да. Заебись. The Masons tore down the ruins of Rockberry to construct new homes to protect us from the unending winter. The clockmakers designed secret doors and contraptions that allow us to hide from our king's gaze. А, крысили от короля что-то? По пути укажет звездный нам. Так, одного звездочета ты мне давал уже, бабу, с белыми волосами. Тут два человека, короче, один, ну, два астронома каких-то ебаных, короче. Ну это точно этот Авросий, Авдосий? Этот, а, стой, нет, блядь, это алхимик. Вот, Гиле. Один чел, вот, куда я голову поставил, стоит нахуй с каким-то компасом, сзади звездная карта, блядь, он там что-то восклицает вверх. А второй стоит у доски, на доске, какие-то чертежи, блядь. Чертежи, типа, телескопа, блядь, какой-то хуйни, блядь, короче. Подожди, а кто-то может еще... Давай часовщика. Ну, Алант... Не, часовщика давал. Нет. В прошлой катке давал. А, он механизмы строил? Да, блядь. Да. Кто там еще был? Часовщик? После часовщика кто? Давай стеклодуя. Так и стеклодуй тоже у тебя. В смысле, блядь, стеклодуй у меня? А это кто тогда? И все? Ну, по работягам все. Давай из бренда. А, ну заебись. Correct. Все, с работяками покончили, я так понимаю. Нет, еще один бронзовый там был. А, оружейник. Ага. Так. Так, кто Рок Бейтс стал нежданным другом? Это я что-то помню такое. Кто бунт устроил против короля, желая сбросить с трона? Два чела. Сценка, два чела. Один чел какой-то кладет какую-то книгу в сейф за картиной. Второй чел стоит за спиной у стражника с мечом за спиной, как будто хочет зарезать нахуй. Она вот, пропадала... кстати, это может быть. Она пропадала в лесах, возвращалась в одежде всей заляпанной грязью. Подожди, ну тут хуй пойми по их одежде, блять, она одинаковая. Кто желал сбросить? Ну кто это мог? Ну да, блять, может шут ебучий? Да нету шута, ты мне его отдал. А, ну, точно. Дочь, походу, есть. Мне кажется, мы одну голову, потому что дочь там бесится на крыле же. Вот алхимик вряд ли. Дочь, может я поставил быть... голову туда, где чел прячет книгу, а вот остался чел с мечом, это какой-то боевой должен быть. Блять, может сын? Он же там забирался на трон, хотел представить себя королем там. Ну давай попробуем. А ты что-то слышишь, что они говорят там? Да, они пиздят что-то. А у меня просто механический голос бормочет, просто а у меня адовые звуки какие-то. Нет еще удара. Может... Ну понятно. Нет. А если поменять голову местами? Да, блядь, ней. Те, кто не наденет корону, сын залезал на трон. Да и он сдох, блядь. Да, блядь, ну кто не наденет корону? Да никто, кроме короля, корону не наденет. Что за подсказка ебучая? Может, шут? Да, блядь, нету шута, ты не. Да точно, блядь. Блядь, да вот это ебало очень подходит. Подойди ко мне. Вот это ебало подходит прям под ассасина. Это дочка младшая. А, да? А у меня кто, блядь? Ты же мне давал уже какую-то дочку. А я тебе старшую давал дочку. Ну ебало на убийцу, а похоже. Ну ты мне дай одну дочку, которая без маски. Корректно, я их поменял местами просто, блядь. Которая на ассасина, блядь, спрячет книгу, а которая не ассасин, блядь, хуярит. Блядь, нелогично. О! Фу. О, видишь, что тут? Прикольно. Так. А, так да ты бы мне сказал, что чел-то, чел-лев на картине, блин. Лев? Ну, чел-лев, это этот, блядь, начальник, нахуй, гвардейский. А, это лев, блядь, я вообще не понял. Я думаю, что там мазня, нахуй. Пиздец, блядь. Опа, сова. Можно войти. О, исповедаться можно. Покайтесь в своих самых страшных грехах. Соси хуй. Не буду. И чё? А у тебя что-то написано там? Даруйте отпущение грехов, у меня написано. Ой, да у меня там, у меня подгружается, пиздец.
меня тоже подгружается и лагает. Ну да. О. Это такая загрузка.